Да, увидела. Это этот снимал, ты понял, да, кому говорит? Да, да, да. А я вижу его сканер. Да, там а дальше есть. На следующий страница поиграли, там еще. Ну это возможно, это тоже телефонист. Никас, проветрил сервис, можно? Бля, по коробке тоже ошибка. Но это скорее всего с ЭБС связано со всей этой, с ЕСП. Динамический стоящий, да. Задний электронный модуль. Херово. Передний электронный модуль. А модули что делают? Модуль управления кузовом. Следят за всей электроникой. Может, он из-за прошивки на них ломается? Да нет, прошивали-то для ТБУ просто. Они остальные блоки-то не трогают. Так, круиз-контроль. Подушку взял. Так, 94, 93. Задний электронный модуль. Что посвечу? Что-то комментируется. Дербани М4. Это клипса волговская тут стоит. Пиздительно еще. То, что было, то и поставил. Нихуя. Не волговская, а намарочная. А там вот. Ладно. Нихуя пальцем не пробовал. Да как я ее только что повернул. Центральную, да. Все. Не, вот так уж уходит все.
коробка тоже теплая. А сколько она проработала? Час. Вот и тут вода стоит. Видишь, в эти сливы. Сейчас подойди, я доберусь туда. Да, все. Да, мне так. Почти. Так. Почти все видно. 13. Опа, вот он. Да, 30 ампер сдохло. Ну да, там же фишка отвалилась. Так, что, есть тридцатка запасная? Так, следующий сейчас. Да. Сейчас двадцатку померим. Так, следующий 20. Давай себе померим. Блять, и двадцатка сдохла. Сука. Тебе видно оттуда? Да, я все вижу. Тридцатка и двадцатка сдохла. А спусовой может отвечать? Может. Спусовой не работает. Сказал курсовая, АБС, блядь, ошибку нахуйло. Ну вот эти вот большие, ну обычные предохранители. Ну а что, конечно, это же M-Power. Предохранители сгорели, курсовая сейчас не работает, сиденье не двигается. Вот они, блядь. Да. Тут вообще один контакт выгорел, блядь, он не выгорит. Замри. Вот здесь показываю. Контакт нахуй выгорел. Чё мы ищем-то, блядь? Предохранители, блядь. Тут выгорел контакт один, но он, смотри, пина вообще нету, блядь. А давай сюда тестером ткнём. Здесь-то есть? Да, блядь, есть. Я тебе, блядь, зуб даю, блядь, Вовин. Чё делать? Чё, собирать обратно машину? А мы поехали. Блять, ну фишка. Блять. Фишка тоже себя хуево чувствует. Это причем минус, блять. Коричневый. У немца коричневый минус. На скрутку, на синюю изоленту? Легко. Да тут черная, видишь, и так не заводская. Так, вот сюда сейчас подпитываемся, нахуй, блядь. Здесь дырочку сверлим и проводок сюда припаиваем. Наверное, сделаем. А почему нет? Немного колхоза. Блядь, серьезно. Ну, она тогда будет несъемная. Не, колхоз же дороже, чем плата. Ладно, за плату ты отдашь. Она хуйню снимать, чтобы бомжку поменять, и все. Вот, ебать, пускай на висит. Вода есть, просто паяльник есть? Просто, если честно, Дима, я же не найду такую нету денег. Наверняка будет с фонарем подорожка. Будет запасной лежать, да. А то в дрифте как это, kiss the wall делать. Колхоз делал добровольно. Ну, здесь неизвестно, что. Да? Да. А здесь еще дырку насквозь посолить, еще надо. Нет, дырку надо вот здесь будет сделать. Продолжение следует. Ладно, я пошел да? За 12 миллионов, блядь, на скрутках, нахуй. Она сейчас с этим мотором 12 миллионов стала. Я только что услышал название ролика. Что, иди жми. Да я понял, что начинать
Да. А, включи его. Да, работает. Паять будем или так сойдет? На год хватит? На год хватит.